Севастополь беспилотник нанес удар по крыше штаба Черноморского флота. Что там говорили когда-то, Крым под надежной защитой? Люди посчитали за три дня и больше всего залетов беспилотников на полуостров было в Севастополе. Четверг, пятница, дважды в субботу. И жители начали относиться к юмору. По техническим причинам. И война тут совершенно не приходит. И война тут совершенно не вечера. И война тут совершенно не немецкий бренд нижнего белья «Триумф» покинет Россию до конца года из-за проблем с логистикой. Проблема с логистикой? Немецкий энергоконцерн «Юнипер» и бывшая дочерняя структура «Газпрома». «Газпром». Тактику миру Путина. Я пойду еще дальше в качестве премьер-министра. Я пойду еще дальше. Война тут совершенно ни при чем. Я больше всех хотел бы, чтобы это был фейк.
узнав, где находится тело матери, сестры Щерук, стали писать во все городские службы и спрашивать, когда можно забрать ее тело. Но диспетчер по телефону сказал, что этого сделать нельзя, так как местность заминирована. И стреляйте мы своим, и русские, грохот сумасшедший. Солдат лежал, хрипел, его еще не убило окончательно, и он второму солдату говорил, почему они стреляют, почему открыли огонь, мы же свои. Мама тоже бежит. Я начала ее трясти, а она не отвечает. Младшую сестру в семье. Она начала говорить. Ей было 19, а старшей 20, что ей попали в голову. Я старшая. У меня была еще надежда, что она живая, может на вылет. Пуля прошла первые две недели. Такой статус получает убитые российские военнослужащие. Безвестно отсутствующие. Доступ вам на крышу. Они показали дома. Безвестно отсутствующие. Били стеклянные бутылки, стреляли рядом с автоматами, прикладами избивали. Знаешь, узнает, какие были солдаты. Это страшно. И мы знаем, что когда украинские войска вошли в город, их тела лежали там. Когда российские больше не будет любить мужчин. Про убитую женщину с маникюром. Ольге прислали фотографию расстрелянной женщины, которая лежит возле велосипеда на Яблонской улице. Лица на фото видно не было, но дочери узнали мать по брюкам, в которых она уехала на работу. Дышать залит рукой. Нам родители одного погибшего подошли и говорят, как вам повезло, ваш-то целенький пришел, а у нас только голова и две кисти. После похорон мотора трое его друзей пойдут добровольцем в Украину. На одной из церемоний в Рио командующего А их близкие нет. Люди ненавидят себя за то, что спаслись. А их близкие нет. По очереди. Я не понимаю, почему у них это постоянно происходит в группе. Младшую сестру в семье. Младшую сестру в семье. Ей было 19, а старшая 21 год. Старшая выбежала к военным. Старшая выбежала к военным. И на колени просила взять ее, а не сестру. Старшую девочку остановил российский военный и сказал, нет. Нет. Ты будешь смотреть. И передай, что так ты будет с каждой. Будешь смотреть. И передай, что так будет с каждой. Ты будешь смотреть. И передай, что смотреть. Так будет с каждой нацистской шлюхой. Ты будешь смотреть. После изнасилования. А ты будешь смотреть. После изнасилования. Звонят ночью. Они слышат взрывы, которых нет. Балаклаве или славянский набор. После бахарон батон. Городские службы. Трое его друзей пойдут добровольцами на Украину. На одной из церемоний в Рио командующего 36-й армии полковник Сокол говорит, от лица всех военнослужащих я хочу сказать, мы отомстим, наше дело правое, победа будет за нами. В зале около десятка полицейских. Они следят, чтобы никто не фотографировал и не снимал похороны на видео. Никогда больше не будет любить мужчин. Знать своих героев. Любопытная закономерность. Разговор с человеком неизбежно заканчивается доносом.
Из-под худо бедной интеллигентной оболочки обязательно вылазит маленький такой вертухайчик и обещает написать рапорт. Подтянул философ с флагом Украины на аватаре из безопасной Калифорнии. Ну да, чай не в окопах сидят у Херсона и Славянска. Удобно. Потому что я могу. И потому что моя совесть чиста. А вы, как я вижу, дышите уже с трудом. Война идет, кукушечка все слабее. Война идет. Если бы вы читали глазами, а не тем местом, которым обычно читают русские, война идет, кукушечка все слабее. Что я о тех жертвах, которые... Как должен быть прекрасный чувствующий смайлик. Мы ведем эфиры даже своими перекамерами, остроумничаем, задираем собеседников, рассуждаем о полезности. Трагедия, конечно. Правильная феминистка, нормальный гей и адекватный еврей. Нормальный гей, правильный еврей. Правильная феминистка, адекватный гей, нормальный еврей. Небинарный смайлик. Облиш. Облиш, сука, облиш. Меня больше всего поразила ваша дискуссия. Скорблю по людоедке. Ваша дискуссия? Отца людоедки. Мое право. И никому вообще отдавать не должен. А что не словом? 24 февраля я дышу по двум причинам. Потому что моя совесть чистая, потому что я могу, а вы дышите уже с трудом. Сижу, думаю над этим, что делать? Некоторые очень приличные были вроде граждан. Читал с удовольствием. Повторю, ничего нового я про них не знаю. Главное, что у вас скоро будет похлебочка из ваших детишек. Рекомендую подумать об этом.